Друзья, всем доброго времени суток. Сегодня хотел высказать мнение по поводу задержания Николая Платошкина, лидера движения «За новый социализм». На мой взгляд, это обвинение было полностью выдумано, высосано из пальца, так как я ни разу не слышал ни на одном ролике, чтобы Платошкин призывал кому-то выйти вне правил, там, вне закона и так далее. То есть такого, ну, я лично этого не слышал. Я думаю, такого не было. Следующий момент. Почему это произошло? Власть очень боится. Власти стал Николай Платошкин поперек горла. И еще один такой интересный момент, что лидер левой оппозиции практически в тандем говорят, что Платошкин кремлевский проект и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, Платошкин стал большой политической фигурой, которая мешает им. Многие из левых хапнули и четко сидят на своих местах уже очень много лет и не хотят практически менять, наверное, даже своих позиций. Все в принципе устраивает. У Николая Платошкина, насколько мы знаем, совсем другая позиция. Ему не нужно место в Государственной Думе и так далее. Нужно брать власть ему и наводить порядок, как это было 100 лет назад. Поэтому предлагаю поддержать тех, кто не одумался. Одумайтесь. Поддержите Платошкина. Объединяйтесь. Лидера левых сил. Пускай будет резонанс. И не дайте этому делу тупо уйти в руки власти для того, чтобы совсем утопить Платошкина. Нужно объединиться, поддержать, потому что завтра может оказаться любой на его месте. Поэтому, друзья, поодиночке нас всех разобьют. Вместе мы выстоим. Наше дело правое, победа будет за нами. Всем пока, удачи. Спасибо. Подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы получать уведомления.